надо сто ключей собирать. Пока деньги. Не знаю, ну и... Ох, как красиво. Сейчас я туда не сюда. Но с другой стороны, его тоже поддерживают. Потому что от этих всех союзов России с Белоруссией музей тимуридов. Ну, начал работать. А кто я знаю, что хожу? Работает, я была там, мы выставку там делали. Да. Смотри, мы закладываем. Я послушаю, может быть, я все-таки вот не прав в своих опасениях. Там нету никаких. Пойдем покатаемся, что ли? Похож, Каримов. Ну, это какой-нибудь Ворошилов. А какой этот... Ворошилов? Этот не похож, Каримов. Вас берется с труда. Абсолютно. Где? Да? Ну? Это не Ворошилов? Ты что, не знаю. Иногда ты знаешь, у меня было. Самое хорошее Thank you.
членами. Да, Саша. Слышу. Ага. Ну, пойдем. Заходим. Что здесь? Вот да, это совхластовский магазин. Снимается. Нет, там... А надо же держать. Зачем держать? Вот, нажал ты. Так шикарно, если по центральному телевидению пройдет. Добра в Москве. Вы что-то снимаете или проверяете, как она работает?
Нет, снимаем. На память. Да просто так. Что это, да? Это печать, да, понимаешь, печать. Ну, блин, он, ты же видишь, он согласился с Росагротрейдом подписать. При этом ему-то... Как хочешь, так живи. Подставка для Корана. Алло. Без единого гвоздя. Керамика. Вот, видите, вырезается вот так отсюда. И все делается вручную. Поэтому они стоят, соответственно, так. Откройте, пожалуйста. Классная вещь. Да, я тебе тут хотела. Нет, то есть я вот видел китайские шарики, да. Друг в друге, сфера вставлена. Как вставлена, Бог его знает. Я вот уже Исе рассказал историю, как я из туфов покупал пепельниц. В итоге оказался гипс. Да. Ручная работа. Продавец этого. Ну, семья мастера. Это Хивинский, Бухарский. Да, это Хивинский дизайн. Хивинский. Нравится? Мерси. Только по телевизору не показывает. Кувшин шикарный. Самый. Да ладно, тебе то, что туда.